Вечер памяти Пушкина прошел в тихой семейной атмосфере и собрал в детской библиотеке ценителей творчества Александра Сергеевича, литераторов, педагогов, музыкантов и участников конкурса «Пушкин-220». В их исполнении прозвучали отрывки из произведений великого поэта, посвященные ему стихи и романсы на его произведения. Были дали голубы, было вымысло в избытке. В конце прошлого года библиотека имени Пушкина проводила конкурс «Пушкин-220», посвященный творчеству великого поэта. Участники создавали рисунки и декоративные панно по сказкам, читали отрывки из произведений. Мира Березина очень хотела выступить, но из-за возрастных ограничений ее не допустили. Однако девочку пригласили прочитать отрывок из сказки о мертвой царевне и семи богатырях на вечере памяти Пушкина. Свет на солнышко, ты ходишь, круглый год по небу сводишь. Зиму с теплой весной, всех нас видишь под собой. Имя Александра Сергеевича Пушкина стало нарицательным для каждого русского человека. Его стихи начинают слушать в раннем детстве, а потом всю жизнь люди открывают для себя новые грани его произведений. И сегодня, несмотря на то, что прошло уже два века, его творчество остается актуальным до сих пор. Вот эту вот такую, надо сказать, прививку русского языка, вот его красоту, его чистоту, его простоту мы учимся понимать у Пушкина. Вот. И поэтому я думаю, что не зря, что Пушкин до сих пор есть в школьной программе. Библиотека имени Пушкина продолжит знакомить горожан с наследием великого поэта. В этом году библиотекари готовят программы, приуроченные к памятным дням, и организуют выставки, посвященные творчеству Александра Сергеевича. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.